Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Toyota Camry 2012 года выпуска с двигателем 2.5 автомат. На этом автомобиле мы сегодня заменим охлаждающую жидкость, антифриз. Взяли Toyota концентрат, разведем ее до примерно 42 градусов. Это в среднем у нас из расчета получится 4 литра антифриза на 3 литра воды. Антифриз 75-градусный. Номер антифриза скажу. Сейчас снимаем расширительный бачок, снимаем пробку с радиатора, поднимаем автомобиль и сливаем самого радиатора и смотрим, где на блоке у нас сливная пробка. Откручиваем расширительный бачок. Здесь два болта, головка на 10. Снимаем его и сливаем антифриз. Ставим на место бачок. И прикрутили его. Поднимаем автомобиль. Подняли автомобиль. Вот у нас краник практически по центру радиатора. Здесь даже в пластиковой защите есть вот такой технологический вырез. Снимать пыльник не надо, защиту не надо. Откручиваем, одеваем шланг и откручиваем краник. Антифриз побежал, пускай у нас сбегает. На блоке здесь пробки нет, на двигателе AR заводом не предусмотрена и не изготовлена пробка слива антифриза. Сливаем только с радиатора. Все, слился антифриз с радиатора, получилось практически 5 литров, поэтому быстрее всего пробки на блоке и нету, что весь антифриз выходит через радиатор. Остается где-то в патрубках печки. Пробочку я закрыл. Снимаем шланг и разводим концентрат. Вот такой антифриз Toyota. Номер его оригинальный 088-89-815. Снизу вот на штрихе. Разведу из-под антифриза.
дистиллированную воду. Все получается, залили 3 концентрата и 2 воды. Сейчас закрываем, немножко переболтаем и заливаем. Опустили автомобиль, заливаем антифриз. Все, залили антифриз, вот как 5-литровую канистру развели, 3 антифриза, 2 воды, все полностью и ушло полно в радиаторе и по верхнюю метку в расширителе. Закрываем радиатор и на этом все, замену антифриза произвели. Всего вам доброго.